Сухостой горит в нескольких районах края сразу. За последние сутки пожарные больше 20 раз выезжали на тушение старой травы. Полыхало в Емельяновском районе. Сегодня утром с трудом удалось пролить водой поля на Караульной горе. Несколько пожарных расчетов работали в районе мясокомбината. Особенно сильно горит трава вблизи поселка Белый Яр Ачинского района. Там стена огня растянулась на несколько километров. 5 расчетов работают на месте с 12 часов дня, чтобы обезопасить лесополосу и ближайшие дома. Тракторами пробороздили защитные полосы, но пока локализовать возгорание не удалось. Скорее всего, причина этих пожаров – поджог сухой травы, сухих листьев. Только за понедельник спасатели выписали 8 административных штрафов.